Александр Радченко всю свою жизнь строил корабли. Когда экспонатов накопилось достаточно, решил показать их людям и открыл морской музей. Это единственный в Украине, единственный, который рассказывает о полной истории мореплавания, о том, как человек осваивал нашу планету. Судомоделист сам и проводит экскурсии в музее, рассказывает об истории мореплавания. По его словам, здесь каждая модель – это произведение искусства. В экспозиции несколько моделей кораблей, которые он создавал на протяжении десятков лет. Это один из кораблей Христофора Колумба. Он точная копия настоящего, правда уменьшенная в 25 раз. Но даже на нем можно заглянуть в каюту и увидеть, как работает корабельный насос. Собирал Александр и этнографические вещи – пиратские флаги, карты, навигационные приборы и маски африканских племен. Экскурсовод признается, свою работу любит всей душой. Больше всего нравится наблюдать за интересом в глазах экскурсантов. А некоторые харьковчане приходят не с пустыми руками. Человек приходит и говорит, тут у меня мой родственник, он был в Австралии более 30 лет назад. Он привез эту черепаху, вот она у меня на стене висит. И он говорит, я не знаю, что она у меня дома делает, если у нас есть морской музей. А вот у Натальи Буйновой любовь к экскурсиям родилась, когда она работала на станции юных туристов. Сейчас она проводит экскурсии по Харьковщине и всей Украине. Василий Назарович был настойчив и верен своей мечте. И несмотря на то, что не было надлежащего финансирования, несмотря на то, что у него было очень много врагов и недоброжелателей, он смог все-таки добиться того, чтобы в городе появился университет. Наталья признается, ее вдохновляют общение с туристами и новые места. В своей работе она не может назвать ни одного недостатка. Разве что после дальних экскурсий дома старается больше молчать. Очень нравится, когда возвращаешься домой с дальних экскурсий. И удачно сложившаяся экскурсия, вот когда полностью идиллия, когда все сложилось, большое такое удовлетворение на душе. Экскурсоводы уверены, их профессия будет жить вечно, потому что у человечества никогда не исчезнет желание путешествовать, а без профессиональных гидов туристам не обойтись. Алина Коба, Борис Буцевич и Виталий Смачко, медиагруппа «Объектив».